Региональный православный фестиваль «Пасхальный перезвон» объединяет вокруг себя людей, кому дорого историческое наследие русского народа, кто словом и делом причастен к возрождению России. Задача организационного комитета и есть проведение ряда культурно-массовых таких мероприятий, которые называются «Пасхальный перезвон», для того, чтобы напомнить людям о традициях, и не только напомнить, но и вовлечь их в этот процесс, чтобы они в нем участвовали. Второй региональный православный фестиваль «Пасхальный перезвон» откроется 15 апреля, в день Светлого Христового Воскресения, колокольным звоном и праздничным молебном в часовне во имя Рождества Христова, а завершится 3 мая концертом народной артистки России Татьяны Петровой. В программе фестиваля выступление клиросного хора Казанского храма и хора «Мальчиков Ладья», музыкальный спектакль учащихся православной классической гимназии, выступление священника Петра Акимова. Все наши горожане получат огромное удовольствие, придя как на детско-юношеский фестиваль, так придя вот на большой круг, где будут выступать замечательные коллективы. Я всех призываю, чтобы каждый в силу своих возможностей сделал свой вклад в сохранение и укрепление русской культуры, православной культуры. С 20 по 29 апреля по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» города Самары, возглавляемый Марией Матанцевой, проводит 3-й областной фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная капель». Фестиваль пройдет при поддержке департаментов культуры и образования мэрии Тольятти. Пусть этот фестиваль послужит всему доброму, светлому в эти пасхальные дни и сделает их чище, светлее и радостнее. Христос воскресе! Всего более 1000 детей представят свое творчество в различных номинациях. Музыкально-литературная композиция, театрализованное представление, сольное пение, вокальный ансамбль, художественное слово, хореография. Церковь несет доброе и вечное. Все это понимают и идут навстречу. Бизнес, безусловно, не останется в стороне, будет активным участником этого мероприятия. Это послужит в том числе и процветанию самого бизнеса. Фестиваль детского творчества «Пасхальная капель» завершится гала-концертом 29 апреля традиционно на сцене Дворца культуры Тольятти. В современной России стало доброй традицией проводить пасхальные встречи, которые дарят людям надежду, радость, веру в Бога. Пасхальный перезвон – именно такой праздник.